Если у меня судимость, я что, не имею права работать? Что вы? Конечно, вы имеете. Имеете право работать, но только в другом месте. Из тебя хотят сделать через соучастника или рагу. Абитура, откуда такие довольные? А мы с такими парнями познакомились? Отпад! В абитура шустрая пошла, ну? И где вы их подцепили? На помойке, что ли? Ой, завидуйте тише, а то умрете от асфиксии жалко. Зачет? Все, как ты велел. Ты же не оставишь меня? А куда мы с тобой поедем? Возьми меня с собой. Я ради тебя все смогу. Ты меня любишь, я знаю. Родители и ее брат. Боже мой, сколько крови! Давно у нее кровотечение? Давно. Родненькая, миленькая. Спаси мою дочку, спасай внука, мы всем таборами. Тише, помолчи немножко. Всем табором за тебя молиться будем. За тебя, ребятишек твоих. Ребятишки-то есть. Ты за себя молись. Тебе еще здоровье у нас 2 недели поправлять. 2 недели? Да сестры по колхозу за неделю мужика моего уведут. Ты с ума сошла? Тебе о себе нужно думать. О том, как ребенка кормить, о своем здоровье. А может, мне без Вани моего жизни нет? Другой ты крови любить не умеешь. Это что? Это так. Порезалась, пока тебя оперировала. Что? Покажите билет. Сука жирная. Только поаккуратнее, это вещественное доказательство. Гнида. Простите, это вы мне? Это Костя все придумал. Сидим. Сколько тебе лет? 13. Мать знает, что ты здесь? Есть зажигалка? Да. Позвони, скажи, что проводят. Я вижу, здесь уже все в порядке. Подожди, куда? Подожди, я провожу! Давно хотела поговорить с вами о Феде. А что с Федей? Ну, как вам сказать? Он все время мешает проводить урок, болтает, вертится. А вчера сорвал контрольную по русскому. Притащил в класс белую крысу и выпустил ее на уроки. Представляете, что там началось? Белую крысу? Откуда же он взял белую крысу? Мы дома не держим. Вот и выясните. Хорошо, я с ним обязательно поговорю. Пожалуйста, поговорите.
Да, и он сегодня получил 2 двойки. Ой, я с ним поговорю обязательно, Галина Александровна. Спасибо большое. Не волнуйся. До свидания.